Но мне кажется, что, ну так как я певица, мне кажется, что музыка объединяет искусство. То есть искусство и шоу-бизнес, в принципе, в этом плане оно воссоединяется, если это касается музыки, потому что в музыке может соприкасаться настолько разные жанры, например, Фредди Меркьюри, «Барселона». Вот песня, которая для меня просто считается уникальной вещью, потому что там и оперная дива, и, пожалуйста, Фредди Меркьюри. Это искусство и то, и другое. Картины. Для меня, например, не только художник, который нарисовал картину, но и человек, который сфотографировал и придал те или иные какие-то фильтры этой картине, например, как Аслан Ахмадов, очень интересная работа у него была, называется «Red», на меня произвело очень огромное впечатление, и я считаю, что это искусство, потому что есть, например, просто художники, а есть художники-фотографы. Я думаю, что очень многое соединяет эти два названия абсолютно. Ну, что еще можно за искусство? Это может быть так, как же и в одежде, и в то же время в шоу-бизнесе любая одежда, сценический образ соприкасаемо с искусством, потому что образ должно дополнять, ну, какая-то одежда должна дополнять этот образ, тот или иной, который рождается в голове. Может быть, это какой-то постановочный номер или какой-то театральный номер, пожалуйста. Его можно и в шоу-бизнесе совершенно спокойно использовать. Я даже думаю, что это даст какой-то достаточно крупный такой резонанс, если это сочетать с театром.